очисти меня. Дорогие друзья, вас приветствует Церковь Любовь Божия. Дорогие, я приветствую вас всех. I welcome all of you. Всех в церкви Любовь Божья. Everyone to Love of God Church. Тема, на которую я хочу с вами сегодня поделиться. The topic that I would like to share with you today. Называется корень христианства. Root of Christianity. Корень христианства. Root of Christianity. Знаете, в последнее время я много думал. In the last times I think a lot. Я много молился. I prayed a lot. Почему так много детей Божьих, они непостоянны в своей духовной жизни? Why are so many children of God not consistent in their life? Почему не все нашли себя во Христе и не сделались сильными в Боге? Why not everyone became strong in the Word of God? Вы знаете, на все есть причины. There's reasons for everything. Смотришь на одного человека. You look at one person. Он такой, ну, горячий христианин. He's a hot Christian. Держится Бога. He's holding on to God. Служит ему с таким посвящением. He serves God with such commitment. Есть, знаете, основания, на котором строится жизнь духовного человека. There's bases, there's foundations that the life of a Christian person is. Давайте прочитаем место Священного Писания. Let's read the Word of God. Ефесянам 3 глава 14 до 19 стиха. Ephesians chapter 13 verse 14 and 19. Для этого я преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа. For this reason I kneel before the Father, Jesus Christ. Смотрите, апостол Павел молится о церкви. Apostle Paul is praying for the church. Я думаю, вы доверяете апостолу Павлу, что апостол Павел не молился так просто. I think that you trust Apostle Paul that he wasn't just praying just because. Если он молился к Богу о чем-то, if he was praying to God for something, значит, это было urgent, что-то очень важное. Then that means that was urgent, very important. И вот смотрите, для этого говорит, я преклоняю колено мое, значит, апостол Павел. He says, "For this, I kneel my knee." Будучи очень busy, занятым человеком. Apostle Paul, being a busy person, но считал важным умолять, молить Бога. But he considered it important to ask God. Вот послушайте, о чем он молился. Listen to what he was praying for. Здесь дальше говорится, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. It says, "From whom every family, everything comes from." И вот, знаете, о чем он молится? Да даст вам по богатству славы своей. That out of his riches and glorious riches he may strengthen you. Крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. So that the inner spirit may be in him and be strong in him. Верою вселиться Христу в сердца ваши. So that with faith he would be in your hearts. Вот послушай внимательно. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, listen carefully, so that you may be rooted and established in love. Скажи вместе со мною, быть укорененным. Say together with me, be rooted. Пустившим глубоко корни. To set your roots deep. В Царство Божие. Into the kingdom of God. В Бога. Into God. Духом Святым. With the Holy Spirit. Иметь глубокие корни. Have deep roots. Которые будут держать тебя сильным во Христе Иисусе. Strong in Jesus Christ. И вот смотрите, он говорит, чтобы вы, даст вам крепко утвердиться духом его so that he may let you establish во внутреннем человеке. In the inner man. Здесь есть рожденные свыше от Бога? Are there people here born again? Если ты рожденный от Бога, if you are born of God, значит, ты имеешь дух от Бога. Then you have the Spirit говорю, чтобы тебе крепко утвердиться в чем? To be established deeply во внутреннем человеке. In the inner man. И вот смотрите, следующее, чтобы вы укорененные, то есть пустившие корни глубоко в Духе Божьем, to be rooted, to send your roots deep into God, могли постигнуть со всеми святыми, so that you could be with all the holy, что есть широта, долгота и глубина и высота.
Just like the length and the Знаете, height. Почему некоторым людям очень трудно получать откровение? You know why it's really hard for some people to receive revelation? Я не осуждаю людей, которым трудно понимать откровение. I'm not judging people that don't receive revelation. Я не осуждаю людей, которым трудно сидеть на собрании. I'm not judging people that have a hard time being in church. Я тоже когда-то был такой. I used to be like this. Самое тяжелое, что мне давалось в церкви, the hardest thing for me in church was, это слушать Слово Божие, получать откровение. It was to listen to the Word of God. Пока мне однажды свет Божий не пришел в мой разум. Пока мне я не понял, насколько это важно для моей жизни. Пока мне Дух Святой не показал мне, что это мне лично надобно. Until the Holy Spirit showed me that I need this. И вы смотрите, вот есть такой интересный процесс. And there's an interesting process. Чтобы вы укорененные. So that you would be rooted. И утвержденные. And established. В любви. In the love. Знаете, мы сможем постигать откровение. You can reach this revelation. Мне часто говорят дети Божьи, пастор, ну как это получать откровение? A lot of times people ask me, how do you receive revelation? Пастор, ну как это слышать голос Божий? How do you hear the word of God? Кто-нибудь задавался таким вопросом, да? Has anybody ever asked this? Есть некоторые, знаете, вот пути к тому, чтобы слышать голос Божий. There's certain ways to hear the word of God. The voice и дальше он говорит, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. And it says also to be able to understand the love of Christ. И дабы вам всем исполниться полнотою Божьей. So that may all of you be filled with the fullness of God. Можно мне задать тебе вопрос? Can I ask this question? Хочешь ли ты исполниться полнотою Божьей? Do you want to be filled with God's fullness? Другими словами, хочешь ли ты иметь все, чем обладает Бог? Do you want to have everything that God has? Хочешь ли ты иметь Духа Святого? Do you want to have the Spirit? Хочешь ли ты иметь силу Божью? Do you want to have God's power? Хочешь ли ты иметь помазание Божье? Do you want to have God's anointing? Хочешь ли ты иметь Дух Откровения? Do you want to have the Spirit? Хочешь ли of wisdom? Ты, чтобы вся полнота Божья она внутри тебя открылась? Do you want all of God's fullness to be opened up in you? И вот смотрите, здесь выше он очень подчеркивает важную деталь. He underlines this very important detail. Чтобы вы укорененные. To have you be rooted. И утвержденные. And established. Знаете, почему очень часто начинающие верующие легко поддаются искушениям? Do you know why very often beginner Christians are under temptation? Вроде бы пришел в церковь и как-то вот так вот все и нормально себя чувствует, и вера есть и все. Came to church, you have faith, you feel good. И готов проповедовать эти Евангелия. Ready to preach the word of God. Но пришел на работу, если там все неверующие, да? And you came to work and everybody's unbeliever there. И как-то чувствуешь, ну неуютно вообще. You don't feel comfortable there. Вот как-то вот, ну как я начну говорить? Вот язык какой-то деревянный. You start to think, how will I say this? How will I tell them? На уста как будто бы печать какую-то кто-то наложил, цепи висят. Трудно сказать человеку о Христе. It says somebody put a lock on your lips. Все это говорит о нашем внутреннем потенциале. All of this talks about our inner potential. Все это показывает, что мы еще не настолько сильны в Боге. All of this talks about the fact that we're not very strong in God. И для того, чтобы делаться сильным, and to be strong, нам нужно пустить глубоко корни в Господа нашего Иисуса Христа. We have to set our roots deep in God. Понимаете, многие христиане мы называем поверхностное христианство. Слышали? A lot of times we call these people Christians that. Я очень обеспокоен последнее время состоянием славянского, скажу, народа. Worried about the Christians that we так как я пастор среди славян, as I'm a pastor between the Slavic people, ну и мое основное призвание все-таки через среди нашего народа. My main calling is to be between my people. И мои личные наблюдения показывают, что сегодня очень слабое христианство. My point of view is that we have a weak Christianity. Верующие люди очень легко увлекаются всяким ветром учения. Believers are we're very easily moved by all these teachings. Христиане очень легко обольщаются богатством века. Christians are also very tempted by the wealth. Никогда такого не было еще в истории нашего славянского христианства. We never had this in our history of Christianity. Чтобы дети Божьи, верующие, that God's children, так легко могли оставлять веру в Бога, they could leave God's faith in God so easily. И идти за какими-то бредовыми идеями. And that they could just follow crazy ideas. Сегодня многие верующие стали как дети, которых легко обмануть. Christians became people that can be easily fooled. Потому так много обольщений разных. That's why there's many different wrong teachings. Почему мы видим человек вот был нормальный, все как бы христианин, все? Why do we see a person that was just a good Christian? Раз пошел в синагогу. And he randomly went to the synagogue. Отказался от Иисуса Христа. He
уже у него другая вера. Declined Jesus Christ and believes in something else. Я раньше такого не встречал, вам скажу честно. I never met this before. Как люди легко могут оставлять веру в живого Бога? How easily people can leave the faith in a true God? Как будто каким-то вот маленький ветерок подул. And as this small wind blew on them. И человека сдуло, его нету уже больше. And the person is gone. Он есть, вернее, но он не служит Христу. He exists, but he does not serve Christ. Был долгое время христианин, а потом говорит, это что ваш Христос, это не тот Христос, говорит. He was a Christian for a long time, but then he says, your Christ is not the right Christ. Я слушаю всю эту билиберду и понимаю, наверное, у человека, но не было этого крепкого основания. And I start to understand that this person might have not had this deep root. Знаете, я многих людей знаю долгое время. I know many people for a long time. Слышь, 30 лет пробыл христианином. You see, he was a Christian for 30 years. Уже посидел все. He's already gray. И вдруг он говорит, не, это, говорит, не то, говорит, вот вера в Христа, в Бога, это как что-то, ну, не то. And he says, this faith in Christ is not it, it's not right. И я так размышляю. And I start to think about this. Почему этот человек так легко мог оставить Иисуса Христа? Why can this person just so easily leave Christ? Одна из причин, дорогие, человек не был глубоко посажен. One of the reasons is this person was not rooted deep. Человек, он покаялся, родился свыше. He repented, he was born again. Но никогда не заботился о том, чтобы глубоко пустить корни нашего Господа Иисуса Христа. Понимаете, вот пускать корни в Бога, you understand, setting your roots deep это процесс God, не одного дня. It's not a process of one day. Это очень такая усиленная работа над самим собой. It's very hard work on yourself. К примеру, когда ты женился, as example, when you got married, ты обещал жене быть мужем на всю жизнь. You promised your wife to be a husband for the rest of her Когда life. Когда ты заключал завет с Богом, when you made a covenant with God, ты обещал ему служить всю свою оставшуюся жизнь. You promised him to serve him for the rest of your life. И вдруг в какой-то момент человек перестает это делать. And out of nowhere, in one moment, a person stops doing this. Почему, знаете, очень многие люди легко колеблются так? Why are many people just easily попал в общество, falling? Где славят Иисуса. You're in an atmosphere where people are praising Аллилуйя, God. И я вместе с ними славлю. And you praise God with them. Попал среди мирских. You're between the world, и уже worldly мирские people, там песни поет уже человек. And they're already singing worldly songs. Попал среди обольщенных людей. You're between people that are, ну, и они же дети Божьи. And between people that are lost. Нельзя же их унижать. Я часто понимаю, да. Но где твои корни? Where are your roots? Где вера твоя? Where is your faith? На чем строится основание твоего духовного What человека? What is your faith built on? What's the foundation? Ну, чтобы вы укорененные и утвержденные. You have to be rooted and established. В следующей главе он пишет, чтобы вы не были младенцем ветром колеблены. In the next chapter he says that you will not be Знаете, infants that are falling. Колебания человека в вере. People that are just bending back and forth in faith. Это признак младенческого состояния человека. It is a sign of being a child. Я верю, дорогие, когда человек он глубоко пустил корни в Бога. I believe when the person set his roots deep in God. Когда мы имеем такое крепкое, непоколебимое основание, которое when есть we have this Иисус Христос. Powerful, unshakable foundation, which is Jesus Christ. Знаете, когда мы осознаем, насколько это важно. When you understand how important it is. Когда мы ставим Иисуса краеугольным камнем when всей we put своей Jesus жизни. As the cornerstone in our life. Когда Иисус является главным корневищем нашей жизни. When Jesus Christ is the main root in our life. Что бы ни происходило после этого со мной. Whatever happens after this with us. Попадешь в тюрьму, но ты будешь христианином. When you will be in prison, but you will be a Christian. Попадешь среди наркоманов, ты все равно будешь светом для них. When you will be in between drug addicts, you will be the light. Попадешь в общество атеистов, но ты все равно будешь сильный в вере. When you will be in the gathering of atheists, you will still be Знаете, a strong Christian. Корни, они выполняют очень огромную работу Roots в нашей жизни. Are making a very important Они не только помогают нам питаться, they are not just helping us feed, но они еще держат нас, знаете, на этом основании, которое есть Иисус Христос. Знаете, буквально не так давно на моем участке у меня было несколько деревьев, которые я потом спилил. I had a few trees which I cut down. Из чего началось? Я заметил, что на одном дереве стали обваливаться ветки. I started to notice that on one of the trees branches were falling. One branch fell. Одна упала, чуть овцу не убила. One fell, almost killed a sheep. Я подумал, что-то ненормально, неправильно с этим деревом. I started to think something's wrong with this tree.
И я так подумал, думаю, не дай бог еще дети будут пробегать. Я говорю, Лена, давай я лучше его спилю, потому что странно. Раз так слышим грохот такой, такая половина дерева так откололась и упала. Я понял, что что-то не то. Я взял бензопилу. Понял, что с деревом что-то не в порядке. I understood that something's wrong with this tree. И когда я его спилил, when I cut it down, знаете, что я увидел? You know what I saw? Огромную дыру прямо в середине этого пенька. I noticed a huge hole inside the tree. Основание этого дерева было сгнившим. The root, the foundation of this tree was rotten. Помните, евреям написано 12:14, чтобы какой горький корень. Remember what Jeremiah said? Не сделал вам вреда. That it would not make. Знаете, вот когда мы не заботимся о том, чтобы зубы были здоровыми, when we don't pay attention that our teeth are healthy, знаете, вот у зуба, вот у меня последний вырывали зуб мудрости, было три корня, как больно мне его вырывали. The last tooth that I got pulled was a tooth, wisdom tooth. I had three roots. Ну, вроде бы три корня, да, крепкие, хорошие зубы, да? Three roots. You think it's good? Но знаете, достаточно одному корню вот загноиться. It's enough for one root to just be rotten. И весь хороший зуб нужно удалять его. It was a good tooth, but it had to be ripped out. Лечить нужно. Это был зуб мудрости, я его решил, мне вырвали его. It was a wisdom tooth. Знаете, мы верующие люди должны понимать, насколько важно. Believers have to understand how important it is. Какой корень, корневище мы имеем сегодня? What root you have today? На чем мы сегодня зиждемся, строимся? What are you building on? Чем мы питаемся сегодня? What are you feeding on today? Какие соки, знаете, вот мы тянем в своего внутреннего человека? What juices are you putting into your body? Когда человек питается, знаете, мусором, грязью этого when мира, the person is feeding with this filth, with this его garbage, сердце, оно незаметно, но оно загнивает. His heart, not noticeably, is getting rotten. Знаете, в одном месте написано в притчах, и сердце его заговорит, подскажите мне, развратное. In Proverbs it says, and his heart will speak. Знаете, сердце не так просто начинает влечь человека к разврату. The heart doesn't just start going towards wrong. Была причина, почему его начало влечь к разврату. There's a reason why he started to pull towards the wrong. Гнилой корень. A rotten root. Так как они не заботились иметь Бога в разуме. Because they didn't pay attention to have God in their mind. Знаете, сегодня христианство это не просто, знаете, вот такое поверхностное порхание как бабочка. Today Christianity is not just this outer swinging like the butterflies. Мы были вот в Канаде и были в одном там ботаническом саду. We were in Canada, we were in this garden. И такой один такой ботаник гарден, где много разных бабочек. It's a garden that had many butterflies. И они так вот порхают по всему этому, знаете, это так красиво. And they're just flying around, it's so pretty. Но знаете, я представил что-то страшное. Вот когда мы, когда как христиане, I realized how scary it is не имеющие sometimes as Christians, вот корней в Боге, when we have no root in God, порхаем по жизни. We're just flying through life. Там немного наследили. We made a mark there. Здесь немного съели, нагадили. Made a mark there. И так по жизни смотришь, перелетает человек с цветочки из церкви в церковь. And you see this person is flying from church to church. И смотришь, у человека нигде нет корней. And you see this person has no roots anywhere. Человек не приращенный, знаете, вот к церкви, к телу Христова. И сегодня так много людей, которые не понимают, насколько важно быть насажденным в доме Господнем. Знаете, чтобы быть healthy, полноценным духовным человеком, to be a healthy and full-spirited person, каждому духовному человеку every spiritual person нужно быть насажденным в доме Господнем. Needs to be rooted in the church of God. Не просто, знаете, вот как поверхностно пускаешь корни вот так вот ненадолго. Ну, я в этой церкви побуду три года. Not just to put your roots так just on the христиане. Outside and say I'll be ну, in this church for 3 years. Пока мне пастор нравится, он вот проповедует классно, так харизматично. While I like the pastor, while he's preaching charismatically. Я помню, вот у него такая была проповедь, такой оптимизм верующего. He had this sermon, optimism of a believer. Классно было, так коснулось. I like this sermon. It touched ну вот, что-то следующую проповедь он говорил о святости. But next sermon he was speaking about holiness. Я в эту церковь ходить не буду. I don't think I'll be going to this church anymore. Тут слишком строгий пастор. The pastor is too strict. И знаете, вот порхающее христианство такое. A Christianity that just floats. Они не пускают глубоко корни. They don't put their roots deep. Люди боятся ответственности.
They are scared of responsibility. Но Слово Божье говорит, чтобы вы укорененные и утвержденные. But the Word of God says that you may be rooted deep and established во внутреннем человеке. In your inner being. Знаете, почему одна из причин много христиан вообще не приносит никакого плода Богу? You know why one of the reasons why many Christians don't bring any fruit? Когда у духовного человека нету корневища. When the spiritual person has no roots. Когда нет свежей подпитки. When he has no fresh. Не так давно вот у меня во дворе раз такой грохот, ветер был небольшой. Not that long ago, I had this loud noise in my garden. Дерево in my в соседнем house. На соседнем участке так завалилось с таким грохотом. A tree in the neighbor lot fell down. И я подошел к этому дереву. I came up to this tree. Думаю, интересно, почему вот все стоят, а оно упало? I was interested why many trees are standing, еще оно but one стояло, fell. Знаете, вот так между деревьями. It was standing between trees. Обычно деревья друг друга ветками поддерживают. Usually trees hold each other with branches. Другие даже меньше размером, но стоят. But many, some of them with а even smaller, ну, they were великан, standing. Ну, побольше, и так раз его ветром пшук, и свалило. But this one fell. Вот так бывает часто в жизни верующих людей. Many times in Christianity. И я так подошел к этому дереву. I came up to this tree. И Дух Святой повел меня, и стал наблюдать. And the Holy Spirit was guiding me. Оказывается, этого дерева были корни по поверхности земли. This tree had roots that were just up on the ground. Не знаю, почему, но это дерево никогда не пустило корни, которые вот вглубь. Они предназначены держать дерево, чтобы оно стояло. I'm not sure why this tree never sent its roots down. Я выкапывал дерево, которое мне нужно было убрать, вот где у меня сейчас церковный офис. I was cutting off a cutting out a tree that I had next to my office. Я вот боковые корешки очень легко подрубил. I was cutting him out easily. Ну, пенек не падает и не падает. But the root was, but the stump was not falling. Я начал подкапывать. We went looking under. И я обнаружил, что в самом центре этого ствола I realized that in the center, самый толстый такой корень уходил глубоко в землю. It was a huge root that went deep into the ground. И мы его трактором пытались сломать, мы не могли. We were trying to break it with a tractor. И нам пришлось подпилить его, этот главный такой несущий корень. This main root. Знаете, почему так много христиан, детей Божьих, легко пшить? You know why many Christians just fall so easily? Когда мы вот такие поверхностные корешки. When we only have roots kind of above. Ну, пастор, я просто прихожу в церковь, ты не требует меня много. Pastor, I come to church, don't expect a lot from me. Я немощный, пастор, мне нужно благодать Божья. I am weak, I just need God's grace. А как думал ли ты о том, когда подуют ветры? Have you ever thought about if the wind blows? Думаешь ли ты о том, когда придут искушения? Have you thought about the fact if temptations will come? А думал ли ты о том, когда твою веру Бог начнет проверять, потрясать? Have you thought about the fact that when God starts testing your faith? И знаете, как правило, когда приходят трудности какие-то в жизни. As a rule, when hardship comes to your life. Помните Марка 4 глава? You know Mark chapter 14. Вышел сеятель сеять, да? And the sower came out to sow. И там написано, и посеянное при дороге означает. And he says, when the one кто that помнит, was planted next to the road, так, когда они слышат слово, when they hear the word, но не имеют сильного корня, but they don't have a deep root, и все эти ветры сдувают. All the wind just blows them off. Знаете, не секрет. Я очень много думал, Господи, почему так много людей, они временные в церкви? I used to think, why are so many people just short-term in church? Почему последнее время стало больше слабых, непосвященных христиан? Why in the last times there's been just more weak people in church? К примеру, в церкви идет слово Божие, проповедь. In the church there's the word of God going. Ты встал, пошел там, сел за столиком, приятно с друзьями, общение такое классное. You stood up and you just went over there to talk to your friends. Но ты не услышал, что Дух Святой говорит к церквям. You did not hear what the word of God. Ты пропустил то слово, которое могло укоренить. You missed the word that could have rooted you deep. Принеси пользу. Bring something good. Знаете, когда человек он приходит в церковь раз в месяц, when a person comes to church once скажу, a month, я вам благодарен, что вы приходите в церковь. I thank you that you come. Но я думаю, что этого недостаточно. But I don't believe that this is enough. Я думаю, что ты не сможешь расти в Господе. I don't believe that you can grow in God. Бог так учредил, что церковь он поставил во главу всего. God needed the church to be in the center чтобы of everything. Чтобы сделалось известным через мою церковь, говорит that Бог. It would be famous through my church. Знаешь, даже многие откровения, они приходят в церкви. Many revelations, they come in the church. Через проповедь, которую мы слышим, through the word of God Бог дает кому-то из служителей. God gives to one of the ministers. И знаете, мое отношение к моему духовному росту, my relationship to my growth. Смотрите, вот там, когда Марка 4 глава, там было 4 почвы.
In Mark chapter 14, there was four different soils. И только одна лишь категория людей, которая была добрая почва. Only one of the categories was a good soil. И только в этой категории людей там все было правильно. Only in this category, everything was right. У них были хорошие глубокие корни. They had deep roots. Они приносили много плода Господу. They brought many И Бог был очень доволен ими. And God was very pleased with them. А другие три категории людей, the other three categories, в церкви, they were in church. Они слышали слово. They heard the word of God. Они слышали хорошие проповеди. They heard the good sermons. И даже временно радовались. And they were rejoicing. Но когда выходили из здания церкви, But when they came они out просто of the church, все забывали напрочь. They would forget everything. И когда нужно было, вы знаете, вот, чтобы это принесло какой-то внутренний рост и созидание, when they needed this to bring some kind of inner а пастор growth, говорил, о чем пастор говорил? Ой, я, простите, я не помню, но записывал бы хотя бы. Знаете, есть причины, когда мы становимся поверхностным христианством. There are reasons and why we become Можно задать вам откровенный вопрос? Хотите Can I ask вы быть you a question? Сильными в Господе? Do you want to be strong in Christ, Хотите, in God? Чтобы вас Бог мощно использовал? Do you want God to use you mightily? Посмотри на то, какие корни ты сегодня имеешь. Look at what kind of roots you have Первое, today. Чем ты питаешься? Look at what you are feeding yourself with Что today. Является главным источником твоего внутреннего человека? What is the main... Если человек он смотрит только телевизор, If the person just watches TV, мы не против телевизора, если там ничего плохого человек не смотрит. We have nothing against TV if the person is not Но watching если у человека не остается bad. Времени, чтобы общаться с Богом, But if the person has no time to be communicating with иметь God, свою личную молитвенную жизнь, to have your prayer life with God, иметь Слово Божье. To have a word of God. И когда у человека уже даже нет времени и в церковь ходить, And when a person has no time to go to church, поверьте, дьявол очень легко такого человека просто Believe me, the как devil дерево can easily свалить put, его. Push this person down. Потому он говорит, чтобы вам крепко укорениться. That's why he says, so you could be deeply rooted. Дорогие, мы все сегодня являемся чьим-то корнем. Today we are somebody's roots. Я благодарен Богу за мой дом, за мою семью. I praise God for my house, for my family. Моих детей, у меня появились уже 6 замечательных внуков. I have 6 amazing grandkids. Меня это так всегда, знаете, вот, ну, вот радует. It gives me joy. Мы вот были в ботаническом саду. We're in the botanical gardens. И я так ходил, смотрел, особенно когда внучата вот так бегают. I was walking around looking, especially when а мне the было grandkids приятно, are running around. Приятно на сердце. It felt amazing in my heart. Я даже стихотворение написал про свою семью. I even wrote a poem about my family. И знаете, для меня вот мой дом, моя семья считается ну, очень важным, вы знаете. For me, my family, my household is very important. Вот не для этого я рождал своих детей, чтобы их дьявол, к примеру, увел. We did not birth our children to have the devil take them. Не для этого я благословил моих дочерей замуж за хороших парней, чтобы они отступили от Бога, к примеру. I didn't bless my daughters so that they would step away from God. И знаете, вот было время, когда я знаю, они все зависели от меня. There was a time where I know they all depended on me. Вот мой корень питания, знаете, в Боге. My feeding into God. Вот ту пищу, которую я получал от Господа. The food that I was receiving from God. Вот то время, когда я их водил в церковь. The time that I was bringing them to church. Я не просто закладывал в них основания. I was not just putting the foundation in them. Этот корень, он рос, знаете, в их сердце. This root was growing in their heart. И знаете, когда они сегодня попадают в какое-то общество. And when they are in some kind of environment today. И знаете, когда мои дети или внуки, папа, дедушка, it's weird, они вот делают такие вещи. Ну, грех, допустим, да? They look at it when they say this is weird that they're doing some sin. И мне нравится, что они уже могут отличать, знаете, что есть грех, к примеру, что есть неправда и что есть правда Божья. And it makes me happy when I can tell that they can tell the difference between sin and not. И знаете, вот все эти годы я чувствую ответственность, потому что на моем корне вот кто-то держится, вы знаете. And all these years I feel a responsibility because on my root somebody's holding on. Прошло время, они выросли. A time has passed, and they И теперь grew они up. Уже это корневище, вы знаете. And now they are this root. У них рождаются дети. They have children. Знаете, я смотрю на мою семью, на семью моего отца. I look at the family of my father. И
Я уже говорил, я пятое поколение верующий. I was saying already, I'm the fifth generation Christian. Вернее, мои дети на пятое поколение. My kids are already fifth generation. И знаете, вот я иногда смотрю на прошлую жизнь моих родителей и прародителей. I look at the past life of my parents and my grandparents. Вот что я помню, знаете, там, ну, про дедушку, ладно, потом вот дедушка, он был пастором церкви где-то там вот на Кавказе. My grandpa was a pastor. И истории, которые я слышал, гонения, трудности. Him, еще в то время, когда чеченцы их вырезали, убивали. Но, знаете, вот через все эти годы мой дед, он не только родил пятерых сыновей, он родил двух дочерей, five sons, also two daughters. Он с самого детства старался привить у них любовь к Богу. From a young age, he was trying to give them, show them the love of God. Потом, когда они выросли, они уходили в мир. When they grew up, when they went into the world. И когда началась вот эта Великая Отечественная война. When the war started. Они были полумирскими. They were halfway not Christians. Но когда вот Бог каждого из них нашел там во время этой войны. When God found each one of them during this war. И я никогда не забуду, когда отец рассказывал мне. I will never forget when my father told me. Когда в первый год войны он пообещал Богу. When in the first year of war, he Бог, promised to God, сохранишь меня, if you will help me survive, I will serve to you my whole life. Я посвящаю тебе мою жизнь, I give to you my life, мою семью, my family, и детей, которых ты мне дашь. And the children that you will give me. Позже, когда родилось 11 детей, вы знаете, later on, when 11 children were born, 5 первых родились на Украине, five of the first ones were born in Ukraine, я уже родился на Кубани, I was already born in Kuban. И вот сколько я помню моего отца. And as many years as I remember my father. Он был сильный верующий. He was a strong believer. Он не был совершенным. He was not a sinner. Он мог иногда даже строго с нами поругаться. He was not perfect. Иногда я видел, когда он спорил с моей мамой, пару раз такие были моменты. There was a couple times where I saw him debating with my mother. И иногда я замечал даже какие-то вещи, допустим, ну не совсем, может быть, и правильно он делал. Sometimes I noticed some things that were not perfect. Но у него была сильная, глубокая вера в Бога. But he had a strong, deep belief in God. И он постоянно говорил нам. And he constantly told us. Дети, держитесь Господа. Children, hold on to God. Дети, служите Богу. Children, serve God. Дети, никогда не оставляйте Господа. Children, never leave God. Он рассказывал столько много историй из своей жизни, как Бог сохранил его во время войны. He told so many stories when God saved him. И знаете, вот прошли годы. And many years have passed. Сегодня в этом регионе живет около 230 моих вот только вот из моей семьи. In this region, there's only in this region 230. Из 11 братьев и сестер. I have 230 relatives. Мы уже потерялись сколько? Ну у нас вот такое уже поколение 230 человек. We already lost count of how many people we have. И я смотрю иногда на эти вещи. And I look at these things sometimes. И знаете, вот большинство из них хорошие христиане. And most of them are good Christians. Искренне служат Богу. They serve God. Они в других церквях. They are in different churches. Большинство из них пятидесятники. Most of them are Pentecostal. И мое сердце наполняется благодарностью Богу. And my heart is filled with the что кто-то когда-то thankfulness to God, стал этим корнем благословения для великого потомства. That somebody was this root for this big generation. Понимаешь, ты не просто там один человечек. It wasn't just one person. От твоей жизни зависит будущее твоей семьи. From your life depends the future of your family. От твоего корня питаются твои дети. From your root, your children are eating. Поверь, даже внуки и те будут питаться от твоего корнища. Even grandkids will be feeding from your root. И твое духовное состояние сегодня. Your spiritual life today. Оно важно для всех окружающих тебя. It is important for everyone around you. Когда ты поймешь, что не только ты один сам сегодня зависишь от Бога. When you understand that not only you yourself depend on God. Тебе нужно благословение для всех твоих потомков. You need blessing for all of your future generations. И когда ты поймешь, что вся твоя жизнь, она зависит от Бога. When you understand that all of your life depends on God. Ты будешь глубже и глубже пускать свои корни. You will be sending your roots deeper and deeper. Потому что твоя жизнь зависит от Господа. Because your life depends on God. Аллилуйя. Hallelujah. Давайте подарим Господу хорошее благословение. Let's praise God. Знаете, однажды, где-то приблизительно 15 лет тому назад, мне посчастливилось быть в одной церкви. About 15 years ago, I was lucky to be in a certain church. У нас в гостях был Андрей Деренко. We had as our guest Andre Деренко. И он дружит с одним пастором из Спокена, Джим Андерсон, такой книгу, которую написал о семье. We're also with another pastor, Jim Anderson from Spokane. И Джим Андерсон пригласил нас приехать к ним в гости.
Jim Anderson invited us to come to him. Я когда ехал, я даже не предполагал, не знал, что я увижу. When I was going there, I didn't realize what I was going to see. Когда мы переночевали у него там дома. When we stayed at his house. На следующий день он повел нас в церковь. Next day he took us to church. И он привел, и я зашел в церковь, и как музей, знаете, вот фотографии. When I came into the church, it was like a museum. Начиная pictures. От Джон Лейк такой, знаете, есть такой Божий генерал, кто знает? Starting John from G. Lake. John G. Lake. Он был основателем этой церкви. Я даже не знал этого. He was the one, the founder of the church. И я шел так по фотографиям, и такие сильные большие семьи на фотографиях. I was walking and I saw these strong, amazing families. И знаете, когда началось собрание, я вдруг заметил большие, огромные семьи заходят там по 7, по 9 детей. And I was walking and I saw big families. Я был в шоке. Понимаете, это в Америке? I was shocked that in America. Я думал, что в Америке американцы вообще не имеют больших семей. I thought that Americans don't have big churches. А это молодые семьи, красавцы идут, ведут по 7, по 9 детей. Я когда увидел это, я так, знаете, мне шок взял, вы знаете. When I saw this, I was shocked. Современное христианство — это вообще поколение эгоистов, вы знаете. Right now, the families, Christianity is just... один, два ребенка мне достаточно, больше не надо. One or two kids, ну, так I говорят don't need в основном more. Молодые люди. И знаете, когда я дальше стал исследовать вообще это очень сильная церковь. When I started to look deeper, it was a very strong church. У них там около тысячи членов такая церковь. They had about 1,000 members. И все такие, знаете, вот примерные семьи. Я когда дальше стал расспрашивать, я заинтересовался, знаете. On, у всех этих людей есть глубокие корни в Господе. Они не только берут начало от этого великого проповедника Джон Джи Лейка. Я уверен, что кто-то отошел от Бога за это время. I believe that some people have stepped away. Но вот эти люди, они так глубоко пустили корни в Господа. But these people put their roots so deep in God. И когда я стал расспрашивать пастора, I started to ask the pastor. У них, оказывается, очень сильные христиане. They have very strong Christians. Они сильно любят Бога. They love God a lot. У них нету moving, знаете, вот как рефуджи бегают из церкви в церкви. They don't have anything like this where you run from church to church. У них люди посвященные Богу. Their people are committed Многие to God. Многие из них занимаются миссией. Many of them are doing missions. Приносят много доброго плода. They bring much good fruit. И знаете, я так каким воодушевлением смотрел на эту церковь. And I was looking at this church with such amazement. И я верю, что Бог хочет то же самое сделать с тобой и со мной. And I believe that God wants to do something like this with you. Но все начинается с того, когда я глубоко пускаю корни в моего Господа Иисуса Христа. But everything begins with the fact when you put your roots deep into God. Давайте прочитаем еще одно место. Let's read one more verse. Иеремия 17 глава. Jeremiah chapter 17. 7-8 стих. Verse 7-8. Послушай внимательно. Listen carefully. Благословен человек, but blessed is the one, который надеется на Господа, who trusts in the Lord, и у которого упование Господь, whose confidence is in Him. Слушай внимательно. Listen carefully. И будет он как дерево. They will be like a planted tree, посаженное при потоках вод, that is planted near the stream, и пускающий корни свои and у потока. It sends its roots near the stream. Не знает оно, когда приходит зной. It does not know when the heat comes. Лист у него всегда зеленый. Its leaves are always green. И даже во время засухи он не боится. And even during drought, it never fails. И даже не перестает приносить плод. And does not stop to bring fruit. Ты слышишь секрет успешного христианства? Do you hear the secret of a successful И будешь ты как дерево, and you will be like a tree, посаженное при потоках вод. Planted next to the stream of water. Где ты посажен? Where are you planted? Где ты насажден? Where are you rooted? Что является источником твоего питания? What is the stream of your Если feeding? Этот мир, грязь, мусор является питанием твоей души, if this world is feeding you, я уверен, что это не приведет тебя к добру. I believe that this will not serve you well. Но если ты питаешь соки нашего Господа Иисуса Христа, if you are being fed by God, если ты любишь хорошо помолиться пред Богом, if you love to pray good in front of God, если ты любишь исполняться Духом Святым, if you love to be filled with the Holy Spirit, если ты обожаешь слушать Слово Животворящее Божье, if you love to hear the Word of God, я гарантирую тебе, I guarantee you, ты будешь как дерево, посаженное при потоках вод. You will be like the tree planted next to the stream. И даже твой внешний вид, твои зеленые листья, они никогда не увянут. And even your outer appearance, your green leaves will never rot. Ты никогда не перестанешь приносить плоды Господу. You will never stop to bring
fruit to God. Знаете, почему так много людей, они не имеют никакого плода? You know why many people don't have any fruit? У них нету глубокого корня. Because they don't have a deep root. Чтобы иметь эту пищу питания. To have this food. Чтобы стоять, знаете, stand firm называется, в Господе. To stand firm in God. Тебе нужно сильное корневище. You need a strong feeding. Найди это место, где течет молоко и мед. Find this place where the milk and the honey flows. Найди живую церковь, где ты будешь питаться у источников Бога. Find the church that is alive where you'll be fed next to the stream Лично of God. Лично ищи Господа, когда его можно найти. Search God personally when you can Пусть find him. Пусть твоя молитвенная жизнь из засухи просто станет цветущим садом. Let your prayer life just be going from drought to just this amazing garden. Я скажу честно, я смотрю, как некоторые мучаются во время молитвы. I look at some people that are just suffering during prayer. Кто понимает, о чем я сегодня говорю? Who understands what I'm speaking about? Как многим детям Божьим тяжело сегодня молиться. It is so hard for God's, some of God's children to pray. И знаете, первое, что приходит на разум, you know what the first thing that comes to mind is? Человек не вкусил, как благ Господь. This person has not tasted how amazing God is. Человек не понял, насколько это важно. This person has not tasted how amazing God is. Но самое страшное, вы понимаете? But the scariest thing, когда нет свежей подпитки. When there's no fresh anointing. Знаете, всякий раз, когда я чувствую, что я стал отдаляться от Бога, every time that I can taste that I started to go further away from God, я обязательно делаю что-то, что возвращает меня к Нему. I start to do something that takes me back to Him. Или я беру пост усиленный. Either I take a fast. Или начинаю усиленно молиться. Or I start to pray. Или начинаю читать Слово Божье. Or I start to read the Word of God. И приходит такой момент, бум! And this moment comes. Он пришел. And He came. Его отношения со мной восстановлены. His relationship with me is established. И я начинаю чувствовать, как по жилам моим течет питание от Бога. And I start to feel how God's word and God's как мой внутренний человек крепчает, делается сильнее. And I become и когда я встречаю искушения, and when I start to, when I meet temptation, знаете, недавно так раз открываю аккаунт, красивая девушка пишет письмо. I open my account and a pretty girl starts to write me a letter. Я знаю, как много людей упали. And I know how many people have fallen. Когда им предлагают сами добровольно. When they just go deeper in it on their own. А я так читаю и думаю. I start to read this and think about. Не зря же она пишет мне. Может быть, она думает, что я сегодня в долине какой-то уничижения. Да? Maybe she thinks I'm in some kind of valley. Может быть, она допускает, она знает, что на фотографии я женатый человек. She knows that I'm in the picture, I'm a married man. Но знаете, как хорошо иметь корни в Господе. It is good to have a deep root in Когда God. Ты понимаешь, что грех, он убивает духовного When человека. You understand that sin destroys the И знаете, как много людей сегодня, они ловятся, все дьявола. You know how many people are caught by the net of the devil. Пища, питание, понимаете? And whatever they're feeding on. Этот горький корень, он уничтожает и разрушает destroying человека. Their life. И будешь ты как дерево, посаженное при потоках вод. Let us be like the tree that is Хочешь planted быть цветущим next to в Господе? Do you want to be fruitful Следи in God? За своим корнем. Pay attention to your roots. Следи за тем, чем он питается. Pay attention to what you're being fed by. И если ты разбросил, может быть, могучие корни, но по поверхности, if you have set your roots on the outside, помолись, over чтобы the Дух top, Святой помог тебе сегодня. Help the Holy, ask the Holy Spirit to help you. Укорениться, пустить глубоко send your, корень send your roots нашего deep Господа Иисуса Христа. Into Jesus И когда Christ. Подуют ветры, And ты не упадешь. Blow, И когда начнутся что? С тобой ничего не случится, потому что сила Божья, которой ты питаешься сегодня, она будет держать тебя. Аллилуйя. Понимаете, корни. Roots. Не гнилые корни. Not rotten roots. А здоровые. But healthy roots. Такие healthy во Христе Иисусе. In the name of Jesus Christ. Питающиеся Господом. That are being fed by God. Знаете, которые сегодня растут. От Слова Божья. That are growing by the word of God. Потому что не хлебом единым будет жив человек. Because not only by bread a person Может быть, ты will пришел live. В церковь, о, boring. When you come to church and you say, oh, it's Скучная boring. Проповедь пастора. Boring sermon of pastor. Скорее бы пойти домой. I would rather go home soon. Включу компьютер. Turn on my computer. Включу телевизор. We'll turn on my TV. Включу мою любимую программу. We'll turn on my favorite program. Ой, такой роман начался. Девочки, ты знаете, так
Такой сериал классный, как, знаете, раньше such был такой. Such an amazing episode on TV. Нескончаемый. Санта-Барбара. И пол церкви на нем сидят, смотрят. Собрали, Санта-Барбара, продолжение. It's amazing. Я не могу в церковь идти. Awesome TV shows that half the church is stuck on. Я смотрю вот на таких поверхностных христиан. I look at these Christians that are just over the... Знаете, вот стоит дьяволу вот так вот перед носом поводить чем-то маленьким искушением. It only takes a little bit for the devil to put in front of your face. На cheese. And you're like the smile is going after the cheese. Ну лето же, патр. Отдыхать надо, но отдыхать да по-человечески только. It's summertime and you want to be on vacation. Лето же нужно, как понимаешь, и для семьи времечко уделить. You need to give time to your family. Видите, вот смотришь на жизнь верующих. When you look at the life of a believer, и ты понимаешь, что-то неправильно. You understand that something is not right. Или нас не научили, either we were not taught как быть укорененными глубоко в Господе. How to be deep-rooted Christians. Или мы сами просто не захотели. Or we did not want to do it ourselves. Знаете, сильный корень — это сильное дерево. A strong root is a strong tree. Потому что корень, он дает силу каждому человеку. Because the root gives power and strength to each person. Знаете, был такой корень Иисеев. Читали в Библии, да? Знаете, у каждого великого человека был свой корень. Every strong person has his own root. У Иисуса был корень. Jesus had a root. У Давида был корень. David had a root. У Авраама был корень. Abraham had a root. Они все были посажены в Господе. They were all rooted. Но они все понимали, как важно быть насажденным в Господе. They all understood how important Они it is все понимали, to be next to как God. Важно иметь это корневище. They understood how important it is to have this deep root. Чтобы тогда, когда другие падают, so that when others are falling, а ты стоял сильно. You would be standing strong. Когда другие, они впадают в различные искушения, when others are falling into different temptations, а ты идешь за Господом, but you are going after God, и не останавливаешься. And you're not stopping. Дорогие, наши корни, our roots, они должны быть, знаете, вот, ну, вот, опущены или питаться вот, в Слово Божье. They need to be in the Word of God. Возлюбите чистое словесное молоко, start to чтобы вам от него возрасти во спасение. Clean milk, that you could have salvation человек, in it. Который понимает, насколько важно иметь вот эти вот здоровые корни, a person that understands how important it is to have healthy он roots. Уделяет время своей молитвенной жизни. He gives time to his Он prayer строит life. Отношения с Господом. He builds relationship with God. Человек, который хочет иметь healthy корневище, a person that wants to have a healthy root, Библия говорит, исполнять, не упивайтесь вином, от которого распутство. The Bible says, do not drink the wine that но leads you into wrongdoing. Скажите вы вместе. Но, wrongdoing. Вы даже Библию не знаете, да? Но исполняйтесь Духом Святым. But be filled with the Holy Spirit. Дорогие, исполнение Духом Святым. The filling with the Holy Spirit. Оно обогащает духовного человека. It fills the spiritual man. Знаете, наши сильные корни, они зависят от того, с кем мы общаемся сегодня. Our strong roots depend on who we вот, вот заметно, если человек today, любит сплетничать, if a person likes to gossip, и, знаете, вот любит общаться с подобными себе, and if a person likes to speak to people that are like знаете, him, я иногда попадал в общество, I was in certain situations before, и вот когда мы выходили после общения, when we come out of, after this gathering, и один говорит, ой, мы так классно пообщались, one person says, we had such an amazing time, а я так что-то так себя скверно чувствую. But for me, кроме I feel, сплетен, I don't, мы I ничем so dirty. Ну, не занимались. И такое ощущение, как будто ты выпачкался в грязи. This feeling like you were submerged into dirt. А он восхищается. But this person had a good time. И мы так классно общались. He says he had such an amazing time. И знаете, вот, к сожалению, очень многие христиане, sadly, many Christians, они питаются этими. They are feeding with this. Грехами народа моего написано. With the sins of the people. Они поговорили о ком-то, как он упал. They spoke about somebody how they fell. В какую грязь он завалился. How he was in such dirt. И так интересно было, пастор, ты знаешь, так классно было. It was so amazing, they say. Но понимаешь, твой дух от этого не растет. But your spirit is not growing from this. Он только деградирует. It only degrades. Тебе нужно правильное общение. You need to have the right communication общение with действительно the right со святыми людьми, with holy people, которые любят Господа, that love God, которые готовы говорить о Нем, that are ready to speak about Him, которые готовы молиться к Нему, that are ready to
которые готовы исполняться Духом Святым. That are ready to be filled with the Holy Spirit. Знаете, наши корни, you know, our roots, это когда мы, вот знаете, вот насажденные в церкви, when we are rooted into the church, когда мы любим церковь, when we love the church, когда мы любим братьев и сестер, when we love the brothers and sisters, когда мы любим поклоняться, when we love to worship, когда мы любим вместе молиться, when we love to pray together, когда мы обожаем вместе проводить время, when we love to spend time together, потому что друг от друга идет позитивная энергия, because from one to another we get this positive energy, и присутствие Божье, the presence of God. Знаете, когда церковь, она имеет глубокие корни, when the church has deep roots, она занимается добродетелью, it does good deeds. Когда человек, христианин, имеет глубокие корни, when a Christian has deep roots, он занимается какой-то миссией, евангелизацией, he does a certain mission, evangelism, он проповедует Евангелие всем окружающим, he preaches людям, evangelism to the rest of the people. Знаете, больше всего, что меня сегодня настораживает, what's the most that bothers me today, когда мы, дети Божьи, перестаем евангелизировать, when the children of God stop to evangelize, мы перестаем рассказывать и говорить другим о нашем Господе Иисусе Христе. We stop to tell others about Christ. Это очень нехороший признак. This is a very bad sign. Наш корень в нашем Господе Иисусе Христе. Our root is in Jesus Christ. И сегодня, дорогие, я предлагаю, and today I, давайте мы помолимся I вместе, offer you that we pray together, чтобы Дух Святой, so that God's Spirit, Он помог нам, во-первых, увидеть себя. That he could help us see ourselves. Вы знаете, что многие уже даже не видят себя уже. You know, certain people don't even see themselves. Человек, который долгое время уже живет в каком-то определенном грехе, a person that is living in certain sin for a long time, он перестает осознавать, что он грешит. He stops to notice that he's a sinner. И знаете, иногда нужна усиленная молитва. Sometimes you need powerful, чтобы Дух Святой снова пришел и осветил разум человека. God's Holy Spirit would just знаете, open up to многие the люди person. Годами ходят в церковь. Many people go to church for many years. Но они позволяют себе очень многие различные грехи. But they allow themselves many certain sins. И они приходят в церковь, как ничем не бывало. And they come to church like nothing has они happened. Они могут без всякой, знаете, зазрения совести принимать служение хлебопреломления. They can also just take communion without being bothered. Но внутри понимать, что он живет во грехах. But inside, understand that he's living in sin. И знаете, страшно, когда церковь, она вот в этом плане, так скажем, деградирует. It's scary to think that the church is just degrading like дело this. В том, что я общаюсь в этом городе очень со многими людьми. I communicate with many people in this city. И когда ты общаешься с человеком, and when you're communicating with these people, и ты понимаешь, что человек, он не рожденный свыше, and you understand that this person is not born again, а он родился again. В христианской семье, but he was born in the Christian family. А он всю свою сознательную жизнь ходил в церковь. But he was walking, going to church his whole life. Ты понимаешь, что нужно какое-то чудо от Бога. And you understand that he needs some miracle from God. Чтобы вырвать его из этого состояния. To get ripped out of this situation. И только Дух Божий может проявиться. And only God's Spirit can reveal. И дать откровение человеку. This revelation давайте to the person. Давайте мы сейчас вместе помолимся, дорогие. Let's just pray together today. Мы призовем Духа Святого на этом месте. Let's call the Holy Spirit onto this place. Давайте мы позволим Духу Святому поработать над нашими сердцами. Let the Holy Spirit work on our hearts. С вами была церковь «Любовь Божья». Спасибо, что вы были с нами.